А теперь, соблюдая закон и меры личной безопасности, приказываю приступить к проведению профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». На 26-м километре Можайского шоссе в Отрадном сотрудники дорожно-постовой службы провели плановую проверку документов. В рамках мероприятия раздали листовки водителям с предупреждением об ответственности в случае нарушения. Данное мероприятие направлено на выявление и пресечение водителя, управляющего транспортным средством в состоянии опьянения. По статистике, 50% всех ДТП с погибшими в Подмосковье происходит по вине нетрезвых водителей и пешеходов. В этот раз сотрудниками ГИБДД было остановлено более 200 машин, в которых не выявили ни одного автомобилиста в состоянии опьянения. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».